мы сейчас выходим на проект, который связан с общественным транспортом. Мы хотим со следующего года, я имею в виду правительство области вместе с городом, чтобы весь автотранспорт, который работает на нашей территории, общественный транспорт, был муниципальным. То есть все эти истории с маршрутками, с заказными такси, это все должно уйти в прошлое. Поэтому город у нас попросил поддержки, мы эту поддержку оказываем. В этом году мы планируем закупить порядка 40 автобусов новых, уже современных, низкопольных. И дальше будем следовать примеру города Москвы. Москва перешла на муниципальный транспорт, у них ходят все автобусы, троллейбусы, у них все современное, нет таких больше маршрутов, которые носятся по улицам, нет таких людей, которые там управляют этим маршрутом в тапках или в сандалях, там, значит, в каких-то майках, там, непонятно в каком виде, да. То есть городской транспорт общественный является действительно настоящим общественным городским транспортом. Кроме того, там работают льготы, которые положены пенсионерам и ветеранам, нормальное качество безопасности дорожного движения, современный транспорт, все, что называется, по-людски.